Сьогодні в програмі «Підвищений тиск у вагітних. Причини та наслідки». Вчимо малюків бути бережливими. Що таке тривожність? Як розпізнати та знизити тривожність у школяра? Поради спеціалістів. Артеріальний тиск – один з показників, який ретельно контролюється лікарем під час вагітності. В різні періоди вашого цікавого стану цей показник кардинально змінюється. В начале беременных у всех беременности у всех, как правило, низкое давление, но потом это все компенсируется в организме, как-то это балансируется, и оно должно быть нормальным, стабильным. Оно не должно превышать даже 130 на 90. Якщо показники вашого тиску перевищують норму, ваш лікар обов'язково буде шукати причину. Ох, какой это тяжелый вопрос. Давление повышенное бывает по разным причинам. Бывает причиной сама беременность. Женщина жила, а не тужила, и никогда не было у нее повышенного давления. Всегда все было прекрасно, никаких симптомов. Тут забеременев, у нее она стала скакать. Обычно там 140 на 80, 140 на 90, но ближе, скажем, к 30 неделям, там к декретному, а иногда это даже и раньше бывает, начинает непреклонно расти без видимой какой-то на то даже причины. Вот. И мы очень боимся этой коварной ситуации, это нужно все корректировать. Такое давление у беременной женщины быть не должно. Чого боятся лекари, коли у вагітної показники тиску стають критичними? Мы боимся чего? Отказа почек, потому что давление будет расти, почка будет плохо работать, таким образом задерживая жидкость. Женщина будет отекать, она и так отекает, а тут... Вот. Это бывает, то есть функция почки может пострадать и здорово. Может быть судорожный такой вот синдром, это есть преэклампсия, эклампсия. Причина есть беременность. Убрали причину, все само ушло. Даже так. Вот. Бывает кардиальное обычное давление, которое легко корректируется у беременных женщин. А бывает, что даже по жизненным показаниям приходится родоразрешать женщину как недоношенным плодом во имя того, чтобы жил этот ребенок и маму сохранить. Потому что когда большой белок будет у такой мамы, и давление запредельным, и она будет в реанимации, и будут судороги такие, и мы знаем, что мы можем ее потерять, даже родоразрешив, на второй, третий день тоже может быть это эклампсия, мы боимся. Ми боїмося, це неконтролюємо, виникне ситуація. Ваше погане самопочуття – це, на жаль, не єдина неприємність від підвищеного тиску під час вагітності. Перш за все, страждає ваш малюк. Это все сосудистые еще нарушения, вдобавок надо сказать. И вот настает такой момент, что этот плод перестает как бы прибавлять весе и развиваться далее. Он незрелый остается, срок беременности идет. А ребенок страдает так, что можно в 40 недель родить 1,5 килограмма. Вы же знаете, что это не вес для доношенного нормального ребенка. Это он настолько страдает, этот вот беззащитный младенец, что к нему не идут никакие питательные вещества, никакой кислород, хоть мама не худенькая. И вот за счет вот этой вот жидкости, за счет сдавленных сосудов, за счет вот этих вот отеков, за счет вот такой дисфункции почек и сосудов, опять же, происходят такие изменения в организме. Якщо перед пологами тиск критично підвищується, про природнє народження дитини мова йти не буде. Как правило, их всех роды разрешают до срока, потому что это все начинает нарастать, и нарастает быстро. И доктора, они это видят, знают, и они не хотят, чтобы возникла какая-то такая ситуация, которая угрожает жизни матери и плода. Вот. Поэтому не доводят до этого. И приходится роды разрешать женщину. Это будет кесарево или это будут щипцы. Потужной период, естественно, убирается. Не годится, чтобы женщина тужилась еще с таким давлением. Ситуация должна быть контролируемая. Никогда нельзя доводить до того, чтобы этот плод был такой, хоть ему и 41 неделя, он настолько незрелый, что как на 28-30 недель выглядит. Бережливість – це та риса, яка виховується із самого народження. Як навчити малюка берегти іграшки, не смітити та акуратно ставитись до речей, що оточують?
Бережливість – це свого роду екологічне виховання наших дітей. Це дуже така важлива сторінка в житті, навіть не малят, а всіх людей. І зараз до цього звертаються навіть в світі, в усіх країнах. Що ж, дорослі повинні розповідати і робити, щоб виховати бережливого малюка? Звідки береться сміття, куди потім його можна подіти? Є дуже гарний досвід європейських дитячих садків, там, де вони привчають своїх дітей от теж з маличкою. І ми цим досвідом поділилися з ними, взяли в них те, що найкраще. Ну, наприклад, що малювати краще олівцями, ніж фломастерами, тому що від фломастера залишається слід пластмаси. Малювати потрібно на обох сторінках паперу, і з нього потім можна зробити аплікацію. Тобто такі елементи бережливості. Для того, щоб навчити малюка не смітити, потрібно розповідати, що таке сміття і звідки береться, і навчити прибирати за собою. Різного кольору такі маленькі смітники, коробочки, куди вчать дітей, як можна покласти оце сміття, тобто папір окремо, пластмасу окремо, розподіляють, вчать дітей розподіляти. Щоб ваш малюк цінив ті речі, в яких ходить, іграшку, яку йому подарували, варто пояснювати цінність цих речей. Можливо, потрібно брати дитину з собою в магазин там, чи на ринок, там, де мама купує і навчає дитину бережливості. Як можна зекономити, як можна правильно купити в магазині ту чи іншу річ, як її зберегти. Що таке тривожність і в якому шкільному віці спостерігається? Це таке безпокійне емоційне стан, яке переживає кожен із нас, яке викликає у нього дискомфорт внутрішній і яке мішає йому адаптуватися, завести дружбу зі своїми сверстниками і проявити себе як личність. Що може бути причиною тривожності вашого школяра та в чому вона проявляється? Одна из причин – это неблагополучный эмоциональный комфорт дома. То есть, может быть, родители ругаются, может быть, родители в разводе, может быть, авторитарный стиль воспитания в семье. То есть, кто-то из родителей превышает свои родительские полномочия, и ребеночек чувствует себя незащищенно. Тривожність – це така собі психологічна хвороба, яка має свої симптоми. Симптомы, которые мы можем увидеть в поведении ребенка, так и в его взаимодействии. Ну, во-первых, ребенок встает неуверенным и замкнутым в себе. У ребенка может появляться в его физическом поведении напряженные или навязчивые движения. Например, ребенок крутит волосы. Например, ребенок часто грызет ногти. Например, ребенок начинает писать и допускает очень много помарок. Или неоднократно начинает стирать то, что написал. То есть это уже говорит о том, что ребенок может переживать тревожность. Если махнуть рукой и сказать, что это дурниці и все мене сама собою, можно довести ситуацию до крайностей. Тревожность может перерасти в большую тревогу, что в дальнейшем может вызывать большие неврозы, чувство неполноценности также может возникнуть, и ребенок может переживать депрессию. Спеціалісти запевняють, що ні ви, ні ваша дитина з тривожністю не впораєтесь самостійно, тому радять звертатися до фахівців. Существують спеціальні методики, которые вот используют в своей работе как учителя, так и психологи. Снимаются психокоррекционными разными упражнениями, играми и корректируются вообще.